Более 7 тонн гуманитарной помощи привезла делегация из Дагестана в зону специальной военной операции. При поддержке главы Дагестана Сергея Меликова акцию инициировало руководство религиозной организации «Бабуль Абваб» в Дербенте. Продукты питания, медикаменты и средства первой необходимости получили военнослужащие и дети-сироты. Также защитникам Родины передали письма и посылки от школьников. Кроме того, представители региона посетили города Донецкой Народной Республики, где встретились с бойцами из Дагестана. Мы хотим выразить слова глубокой признательности и благодарности главе Республики Дагестан Сергею Алимовичу Меликову, руководству религиозной организации «Бабуль Абваб», главе Дербентского района и города Дербента за ту неоценимую помощь, которую они оказывают детям Донецкой Народной Республики. В свою очередь, администрация Новоазовского района благодарит за оказанную помощь и в дальнейшем надеемся на сотрудничество.